Приветствуем вас, друзья! Несмотря на все сложности, мы все так же продолжаем делать для вас видео, в которых рассказываем о самых важных событиях из жизни знаменитых и талантливых людей. Этот год стал настоящим ударом для многих. В том числе из-за того, что именно в этот год мы потеряли очень много поистине великих людей, которые посвятили свою жизнь развитию культуры нашей страны. Ежедневно мы получаем подобные сообщения и вынуждены констатировать, что уходит великая эпоха. К несчастью, и сегодняшний день не стал исключением. На 83-м году ушел из жизни бразильский футболист, трехкратный чемпион мира Пеле. 26 декабря сообщалось, что Пеле начал прощаться с семьей. Отмечалось, что состояние чемпиона ухудшалось с каждым днем. Пеле – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок. Участник четырех чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира.